Всем привет! Мы с вами сейчас в торговом центре Вестфилд в Южной Голландии. Ну, кто давно на моем канале, я думаю, уже неоднократно со мной бывал в этом торговом центре. Вот сейчас мы приехали, достаточно многолюдно. Вот эта зона здесь с продуктовыми магазинами, кафешками, ресторанчиками. Здесь можно и купить с собой, а можно прямо вот на месте отведать какие-нибудь испанские колбаски или итальянские пиццы, или восточные какие-то сладости и какие-то азиатские вкусняшки. Там у нас Альберт Хайн, большой супермаркет. И вот здесь сверху есть такая парковочка. Ну, несколько этажей. Ну что, дальше? Я думаю, комментарии не нужны. И вы можете сами, ну, с моей помощью рассматривать. Вот видите, люди сели перекусить в хозелах с семьей. Уютно. И вот видите, как интересно сделано, да, посерединке. Вот разные такие островки вот с различными национальными кухнями. Есть вот это, по-моему, турецкая или марокканская. Можно все попробовать и потом выбрать, что вы хотите взять с собой или попробовать съесть там. Напротив, это большой азиатский магазин. Собственно, для него я сюда и приехала и хочу купить там кое-что на ужин. Но для начала я тоже спущусь вниз. Пойдемте со мной. Здесь везде стоят мусорники, видите, разделитель. Пластик, бумага и разное.
No problem. Oh, okay. Thank you. Yeah, thank you.
келья трески. Красивое такое. Italië. Nee, alle twee. Alle twee. Sì. Ja, jullie zijn heel mooi, man. Grazie. Ja. Красиво, как я, да? Вау. Nou, heerlijk. This one. This one. That salsa. Such. Just take care on your shirt. Oh, держи, держи, держи. Yeah. Yeah. Oh. Yes. Yeah. You can take the plastic. Oh, yeah. Do that so. Can I video, Marco? Sorry? Video? Oh. Yeah? Yeah. Italia, Spain? No, Italy. Italy. Классные люди. Правда? Ну, давай мы нам в ту сторону. А вот это как раз голландская кухня. Стампот, хахабивала, котлеты всякие. Сыра много всякого.
тоже итальянские печеньки. Okay.